Сегодня мы едем купаться с семьей. Ну, как купаться? Мама будет купаться, а я не буду, потому что вода еще холодная. И если я буду купаться, то я могу заболеть. А мне сейчас болеть нельзя, потому что я уже в лагере, а если я заболею, то будет очень плохо. А мама, как бы она не заболеет, она у нас такая сильная и очень даже смелая. Она будет купаться, и мы поехали на машине. Я вам сниму, как мы приедем. В общем, мы вышли из дома. Идем в магазин. Не знаю, зачем. Зачем-то мы идем в магазин, потом идем к машине и поедем. Сейчас проходим около детской площадки, мы тут построили. Не так-так давно. Когда я еще ни разу не была, не важно. В общем, мы идем в магазин. Либо в Магнит, либо в Семью. Вон у меня, короче, трава с папой. Не иду в машину. Сама пошла в магазин. Вообще. Еще мне очень дорога. Вообще, нечестно. В общем, я подхожу к машине. Уже пришла в машину. Делаю очки, потому что солнце светит уже, даже в машине. Сзади папа, открыл багажник. Вот, ну, пошла в магазин, еще в один. Мы ждем Катю и маму с папой. В общем, приехали. Здесь очень солнце светит, я вообще так немножко снимаю. Здесь лучше видно, как солнце. Здесь еще красивая тропинка. Снимаем. Вот. Сейчас мы идем в тени. Красиво. Здесь магазин. Это единственное, что здесь не очень красиво. А мне не нравится, что здесь очень высокий. Вот так. Ну ладно. Еще что-то любит. Здесь какой-то заход. Вообще. Я человек не бегает. Красота какая. Берег тут. Крутой вообще. О, вода такая холодная. Я не пойду купаться. Здесь очень много людей. Очень много людей. А там очень красиво. О, блин, у меня здесь все мокрое, и все в песке будет. Вообще. В принципе, как обычно. Мама ходит. Уже по пояс зашла тогда. Вообще не могу, мне очень холодно. Я так же хожу, мне уже холодно. Ну, вообще. Много людей вообще. Такие камни красивые. Красиво. Вот тут дача. Лодка едет. И мама уже плавает. Я решила зайти чуть-чуть подальше. Все равно очень холодно. Жесть. Волны пошли от лодки. Мне на берегу прекрасно. Я не буду плавать. А, меня сносят. Thank you.
Кстати, сегодня то, что обещали. Мне сильно нравится. Кстати, вы заметили, что я зашла поглубже? Я была там. Сейчас я... Что это? Тетина была. Ужас. Я не люблю ее. В общем, вот. Красиво. Мне нравится. Правда, вода еще, конечно, холодная. Но это понятно. А дети вообще плескаются. Вообще, я в шоке. Я мог плескаться так. Все, я пошла выходить. Мама фоткает папу. А там сзади пароход. Вроде там с музыкой, там, наверное, что-нибудь отвечают. Мне кажется, на таком фоне будет лучше видно. Хотя я не уверена, но не важно. Здесь вообще плохо видно, я вообще не вижу, что я снимаю. Я думаю, видно. Ай, я хожу по песочку. Здесь, кстати, песочек такой тепленький вообще. Вообще круто, мне здесь не нравится. А еще я сейчас так. О, кстати, так тоже хорошо видно. Ой, кстати, он так близко. Я не знаю, видно это только на тебе, нет, но вообще все это отсвечивает, ужасно видно. Короче, люди загораживают. Не знаю, даже снегу правду все снимают. Скорее всего, все это солнце там. Надеюсь, так будет видно лучше. Вот это, во-во-во, бывает. Я ничего не вижу вообще. Вот. Не знаю, слышно вам тут музыку или нет. Но не слышно. Сейчас я вам его сниму. С музыкой такой едет. Круто. Да, там что-то отмечает. Папа стоит. В общем, мы скоро поедем уже домой. Я хотела домой, мне там понравилось, но домой я тоже хотела. Я вам снимаю, как меня встречает Соня, Степа. Степа, это вообще было просто.
Ну, в общем-то, это все. Мы съездили на речку. Я вам там засняла все. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчики вверх. Подпишитесь на мой канал. Всем пока!